Здравствуйте! Это обзор от магазина glinky.ru. Сегодня мы с вами познакомимся с цифровым фортепиано Kurzweil MP120. Не успела модель появиться на российском рынке, как уже зарекомендовала себя среди флагманов. Давайте его изучим более подробно. Цифровое пианино Kurzweil MP120 поставляется в двух коробках. В первой – основание, банкетка и блок педалей. Во второй – сама клавиатура. Инструмент реализован в трех цветах – белый, палисандр и красное дерево. Клавиатура градуированная, взвешенная, с молоточковым эффектом и регулируемыми 10 уровнями чувствительности нажатия. Три педали отвечают за общий сустейн, сустейн избранных нот и приглушение звука. В комплекте прилагается инструкция, провод джек-джек и сетевой адаптер. По левую руку расположена панель управления тембрами и режимами. Справа – кнопка включения, регулятор громкости и разъем под джек. На задней стенке расположены входы и выходы под колокольчики, разъем для микрофона и разъем для питания. Под клавиатурой находятся сразу два разъема для наушников, а также разъемы USB под флеш-карту и подключение инструмента в качестве MIDI-клавиатуры. В обзоре мне поможет Екатерина Майстрова. Рассмотрим некоторые режимы. Комбинирование тембров. Деление клавиатуры на два участка отдельных тембров. Место соединения тембров можно регулировать. Режим дуэта делит клавиатуру на два одинаковых по диапазону участка. Режим метронома. Режим ревера добавляет пространство в звучании. Возможно, запись своих занятий и выступлений. В этой модели присутствует 128 различных тембров. Рассмотрим некоторые из них. Thank you.
Итак, Екатерина, что скажете про этот инструмент? Понравился ли он вам? Мне инструмент понравился, он определенно достоин внимания. Он подойдет как для обучения, так и для экспериментов со звуком. Хотелось бы отметить довольно тяжелую клавиатуру, мощное звучание фортепиано и разнообразие темп. Можно также заниматься в наушниках и никому не мешать. И большой плюс в том, что можно заниматься под метроном и записывать себе занятия. Отлично! Спасибо большое, Екатерина. Это был обзор на цифровое фортепиано Kurzweil MP120. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!